Гнездо, прием. Полный провал. Мы укрылись в замке, но нас с Орленком разделили. Повтори. Тебя. Гнездо, связь прерывается. Меня слышно? Да ради... Том. Алло, тут... Черт. Связь накрылась. Тяжелый денек, незнакомец. Привет. Есть кое-что новое, чужак. Нам все равно, рубины или рванина, разница. Отлично. Ты профессионал. Всякой всячины раздоб забирай. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Что, это все? Спи, приходи в любое время. Прут.
Сколько вас вообще? Не открыть. Вот тут и стой, Леон. Или мне пустить в ход это? Как ласково ты встречаешь после 6 лет разлуки, Ада. А ты не удивлен? Забавно. В следующий раз бери нож. Удобнее в ближнем бою. Что ж, не дурно. Стильный прием. На кого работаешь в этот раз? О, Леон, я не болтушка, ты же знаешь. Брось ее. Ей так и так конец. А уйдешь сейчас, и кто знает, вдруг доживешь до следующей встречи, и она будет такой, как тебе хочется. Думаешь, я отступлюсь так просто? Ну да. Продолжим эту беседу в следующий раз. Вот уж кого не думал встретить. Вот так вот. Ладно, пора искать Эшли.
Черт! Тебе понравятся мои товары. Привет. Есть кое-что новое, чужак. Не бойся, я могу и ремонт обеспечить, если что. Что, это все? Ты только там не убейся. Она сказала, с нее хватит. И очень кстати. Знаешь, я не надоедаю действовать в полсил. Сыграй по-настоящему. По правилам салата. Еще? Thank you.
С дороги.
посмотрим. Отлично. Путь открыт. Извини, но с меня хватит. Эшли, где ты? Эшли, это очень пугает, я знаю. Правда? Бояться это нормально. Бежать нельзя. Надо идти вперед. Мы справимся. Вместе. Сможешь. Ну, дай мне знать, если снова решишь меня убить. Леон. Спасибо.